Здравствуйте, добро пожаловать в арт-кафе «Господин Ветер». Сегодня у нас очень интересные гости, ансамбль «Слип». Я представлю, с вашего позволения. Значит, Александр Лучков. Это вот скрипка и гитара. Анатолий Негашев, контрабас. И Юра Мягков, гитара. Ребята, огромное спасибо, что вы нашли время, пришли в арт-кафе «Господин Ветер». У нас есть традиция. Мы все наши встречи начинаем с какого-то художественного номера. Вот на ваш взгляд. Сейчас будет. У нас есть. Мы готовились. Высоко художественный номер. Ну, заводите, Анатолий. Угу. Это был ансамбль «Слип». Собственно, есть сегодня он в арт-кафе «Господин Ветер». Нет, вроде даже будет. Да, ребят, вы, я так понимаю, очень много ездите, выступаете. Какие для вас самые такие знаковые фестивали, концертные площадки, форумы? Прежде всего, это Пушкинский фестиваль, наш возлюбленный. Во. Который мы любим отдельными лицами и ценными коллективами. Мы любим сам фестиваль, его гостей, его организаторов. Нам нравится там играть, петь и просто находиться. А познакомились вы где? Вообще, как родилась идея вот, создать ансамбль «Слип»? И вообще, нам остро нужны были деньги. Толик, а между прочим, пришел момент действительно вспомнить, а где мы с тобой познакомились? А не на Пушкинском или фестивале мы с тобой познакомились? Это очень не исключено, очень не совершенно исключено. Ну, конечно, тот момент, состояние, он просто состав, был слишком давно. Да. А состояние на Пушкинском фестивале... Всех племен одинаковые. Это, ну, я имел в виду эйфорию. Отдельное агрегатное состояние. Да. То есть там пребываешь в каком-то таком... в стране чудес, в такой... Все желания сбываются от каждого по способностям, каждому по потребностям. Коммунизм, одним словом. Ну, да. Да. Вот я сейчас слушал вашу композицию, и вот прозвучала фраза, да, про страну чудес, и у меня было ощущение, что сейчас вот
погрузился в такую Европу эпохи позднего Ренессанса, где-нибудь такой 18 век, падает снежок, гуляет, наверное, где-то Ганс Кристиан Андерсен. Вот эстетика... Фантазия взыграла. Да, это мое воображение откликнулось на вашу композицию. То есть я хочу узнать, какого стиля вы придерживаетесь? Как вообще называется та музыка, которую вы исповедуете? Стиль, который мы играем, это музыка театра и кино, телевидение, мультипликации и вообще... В общем, это инструментальная и маловокальная музыка на троих. В общем-то, исходит из нашего состава. Это соломинка, лапоть и пузырь. Мы долго думали, как бы назвать инструментальное трио. То есть, есть скрипка, веник и утюг. Ага. Или скрипка, бубен и утюг. Есть много вариантов. Ну, перебирали и остановились. И выбрали самый цензурный, верном, да. Потому что заносил нас глубоко, далеко. И мы дико ржали во время придумывания названия. Этот остался довольно цензурным и понравился детям, что очень важно, и девушкам. Они сказали, да, это можно оставить. И исходя из этого, состав мандолина, гитара и бас. Саша одно время играл на мандолине, но потом он таскал с собой на репетиции и на наступление скрипку, гитару, мандолину, что-то еще. Потом все ему это надоело. Он грохнул кулаком по столу. Толик, у нас только 25 минут. В общем... В общем, музыкой навеяло. Я думаю, что да, вот Саша правильно подсказал, пора бы сыграть что-нибудь. Давайте, действительно. Произведение не блещущее новизной. Хорошие люди посидят, да и сыграют. Да, ты правильно взялся. Не блещущее новизной. Они у нас вообще редко блещут новизной, потому что музыка проверенная временем, а нами только улучшенная. Можно я договорю? Тебе-то зачем? Хорошо, поехали. Исполняется в ре-мажоре. Раз, два, три, раз, два, три. Ансамбль «Слив», «Варт-кафе», «Господин Ветер». Толик, я так понимаю, тебе на горло вообще наступили. Ты хотел что-то договорить. Да нет, да мне наступишь. Музыка. Я бы не советовал. Толик, он если решил, то обязательно договорит. Но мой вопрос вот какой.
А если это возможно, какова предыстория, вот, ваша, вообще история вас как музыкантов до того, как вы стали ансамблем «Sleep»? О, это у вас программы не хватит. Да, тут формат программы, я думаю, не позволит. Я-то вот о чем. Просто был такой один замечательный человек, гитарист Андрей Баранов. Да, и хорошо бы о нем вспомнить. Да, и ну, я это помню, Анатолий. Он да, я вот помню, что Анатолий как раз выступал с Андреем. У нас было еще одно трио, еще одна мандолина, гитара и бас. Там был Миша Махович на мандолинке, я грешный на контрабасике, и, собственно, на гитаре играл Андрюша Баранов, светлая ему память. Музыка была хорошая, трио было интересное, и так продолжалось до тех пор, пока Андрюша не разбился. Вот, собственно, и все. А Махович вообще выступает сольно? Махович, он, здоров, слава богу, жив-здоров, занимается аранжировками, играет на мандолинке все реже, сидит перед компьютером, видимо, взрослеет, матереет. А вот прозвучала такая фраза, что вы пишете музыку к кинофильмам, мультфильмом, да. Такое. А вот интересно. Ну, это у нас у всех свое разное. У меня к одним фильмам, у Саши к другим, у Юры к третьим. Все мы занимаемся в свое время и в своих местах разными делами, а здесь мы собираемся на самые разные. А предметы, здесь мы собираемся в арт-кафе, чтобы вообще поиграть хорошую музыку. Да. Саш, музыка. Пора, да? Пора, да. Хорошо. Значит, тогда, собственно. Еще один известный английский автор. Может, все-таки назовем его имя? В общем, если скажем так, человек по прозвищу Жало. Жало, да. Который это прозвище приобрел, Толик, дай мне хоть что-нибудь сказать. Ну, на. Приобрел, не все это знают, может быть, будет интересно. Потому что в юности, когда он еще был беден, он ходил на репетиции, на концерты в одном единственном свитере. Он у него был, а других не было. Толстую черно-желтую полоску. Mm-hmm. Таким образом он приобрел свое знаменитое сценическое имя. Поехали. Thank you.
Прекрасно. А вот есть у вас, так сказать, какие-нибудь отечественные, скажем так, и сочинители, музыканты, которые вам вот близки по... Есть. Вот мне очень нравится Александр Сучков. Он очень отечественный сочинитель. Вполне себе сочиняет. Саша, может быть, ты прокомментируешь какие-нибудь свои сочинения? Да, мне тоже нравятся мои сочинения, да. Мы редко с ним совпадаем, у меня вот. Нет, ну, конечно, на самом деле, что значит отечественный, неотечественный? Музыка бывает хорошая и плохая, она не бывает там русская или английская. В любой стране, в любом стиле есть хорошие музыканты, а есть плохие музыканты. А нам больше нравится вот хорошая музыка. И, разумеется, в отечестве ее пруд пруди. Угу. Можем сходу сыграть сразу произведение, которое вот навеяло темой, да? Да. Давайте. А что? У меня тоже есть сомнения. Может быть, твое что-нибудь? Не поддержал коллектив. Ну ладно. Мы с удовольствием исполним произведение отечественного автора Александра Лучкова. Только я хотел бы... Возьми гитарёшечку. Да. Обратить ваше внимание, что канал образовательный, и мы к нему испытываем глубокое чувство уважения, чтобы исполнение этого произведения не было расценено как совершенно обратное чувство. Вот. Если что, там можно будет запикать что-нибудь, да, ведь, наверное? Нет, запикать ничего не потребуется. И вообще, как ни странно, хотя песня задумывалась как 18+, ее очень любят дети. И требуют. Дорогие телезрители, поскольку песня исполняется в стиле техно, а барабанов у нас с собой нет, вы получите гораздо больше удовольствия от прослушивания, если будете подстукивать чем-нибудь по, например, стеклянным по деревянному по оловянному снова по стеклянному, получится техно-музыка. Очень хорошо. Да. Палкой по батарее это нам чуждо. Робот выпил водки и выключил свет. Кремниевое горло высохло сразу. Был бы рядом лазер, криминальный сюжет. Робот смотрит в потолок рубиновым глазом. Он железная машина. Он плавный ход. Был у робота болт, робот был мужчина. Если у робота гайка, то все наоборот. Ремонт. Робот выпил водки, затуманились фотоэлементы. Стало вдруг казаться, что из темноты вдруг пришли болты, следом пришли гайки. Стали вокруг робота и запели хором. Хором. О-о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 -
сон, плавный ход. И если у робота гайка, значит он женщина. И если у робота болт. Тут вы, товарищи телезрители, стукаете. То все наоборот. Ремонт. Сейчас у всех будет соло. Ремонт. Ремонт. Даст и соло. О!
ла 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 Робот был мужчином, а после ремонта гайка. Ремонт, 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 ремонт. Всем нам нужен ремонт. Делай срочно ремонт, к концу замен ремонт. Ремонт, делай срочно ремонт, скоро будет ремонт, всем на полный ремонт. Гитар плей ремонт, гитар плей ремонт, бас плей ремонт, драмс, 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 мейн кноб. Вот это место ему особенно нравится. Во всех отношениях. Я надеюсь, что дорогие телезрители получили удовольствие от совместного с нами музицирования. И вся посуда в доме уцелела при этом. Угу. Спасибо. Спасибо, ребят, за то, что нашли время, выбрались. Вам спасибо. Да. Мы всегда рады вас видеть, всегда ждем. И арт-кафе «Господин Ветер» всегда открывает двери, когда видит таких замечательных музыкантов, понимаете, да? Вот, спасибо и вам, дорогие телезрители. Смотрите арт-кафе «Господин Ветер», включайте почаще первый образовательный канал. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч.